Значит, этот дом, который перед вами, за моей спиной, построен по чертежам американской фирмы, по технологии американской, с шагом 140 сантиметров. Вот отделан планкеном, если вы видите, из лиственницы. И стены утеплены типофолом, фирмы Типофол. Я этот типофол случайно встретил здесь, только в России, хотя я очень много лет проработал в Америке. Там только, конечно, фиберглассовая плита, больше там тоже ничего нет. Вот. С начала строительства прошло 4 года, 3 зимы, и нареканий не у меня, как ведущего прораба здесь, ни заказчика, который рискнул по моей наводке сделать это утепление, совершенно нет. В те самые холода, которые были здесь в этом году, это Чеховский район, зимой было до 34 градусов ночью, утеплитель работал на полную мощность, то есть на 12 киловатт. А так при 20, 22, 25 работают только 4 тена. Очень экономично. Мы даже не ожидали этого. Привозили мы комиссию на третий год, чтобы они нам сделали тепловизорами замены. Они тоже первый раз увидели этот, составили акт. Они увидели этот утеплитель и были поражены, насколько в углах не видно синего, только синее вокруг окон и двери, как обычно, входной. Вот поэтому это первый наш был объект. За это время я сделал 5 таких домов. Вот. Пусть это немножко затратно, но за это время, фотографии потом увидите, с материалом ничего совершенно не произошло. Ни фольга не отошла. Он как был прикреплен, так и стоит. Значит, толщина этого материала на стены и на пол разная. Стены толщиной 80 мм, пол снизу 100 мм. И мы поразились, насколько быстро мы монтировали его в декабре месяце, при снеге и все прочее. Но это, конечно, не наша виновата. Вот. Мы его за 2 недели обвернули и внутри все сделали. Значит, мы сделали по чертежам фирмы Типофол, как они нам обещали, и убедились вот за эти 4 года, что они оказались правы. Казалось бы, местные менеджеры воткнуты побольше, они могли мне и 150 предложить. Вот. Но мы, посмотрев характеристики, остановились вот на таких и довольны. Без переплат получили теплый дом. Типофол, 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 типофол.